Так, ребята, моя камера уже за вами соскучилась, это 100%. Она заряжена и готова была, но машина была не готова. Я приехал домой, был после рейса 2 недели назад, и у меня слетел ремень. Начал я искать проблемы и нашел, что мне нужно было менять. Много чего я поменял, потом у меня другая проблема, а потом я был, как можно сказать, правильно. Не хотел я, в общем, его делать. Он стоял, а я уже отвык. И недельку он постоял у меня, я то разозлюсь на него, то опять все нормально, то опять разозлюсь, то опять нормально. В общем, такое вот. Ну, все нормально, в общем. Вроде бы сделал его, собрал и еду здесь на совсем локальный груз. По типу 5 миль, но никаких там не 5 миль, наверное, 10 или 20 миль будет груженных. Еду забирать Ферекс, 2 палета и прямая доставка на почту. На US Postal Service, на простую почту. Так что газуем, забираем, поговорим позже. You can just drop, if it's one, then that's fine. That's good. Итак, какая-то уже неполадка, непонятка. Должно было быть у меня 2 палета. У них только один, загрузили вот один. Жду информацию, можно ехать или нельзя. Пока мне ничего не понятно. Пойду вовнутрь узнавать, что за дела. Итак, нас отпустили, мы уже почти приехали вообще-то. Я их там не сильно ждал, подождал, может, минут 10. Но сейчас я, ну, спешу в церковь, чтобы не опоздать. Так что я сюда уже подъехал ближе. Сейчас вон через дорогу переедем, и мы уже там. Мы сегодня с партнером. У меня напарник со мной. Так что сейчас будем выгружаться на почте. Почта прямо здесь, в самом аэропорту. Можно сказать. В аэропорту. Ни разу я здесь не был. Здесь типа appointment. А appointment у меня по типу на 6.30. Я не знаю. Я еду раньше, чем 6.30. В 6.30 мне с дому в церковь выезжать нужно. Я не могу их ждать. Так что извиняют, пускай меня. Приехал, тут все был такой дак, как бы высокий, но я вылез, пошел в двери, двери закрыты, позвонил, спросил, куда мне, они говорят, заезжай к одному, ну, к одному, на двери номер один, типа посмотрим, что у тебя там есть и разберемся. Я говорю, ну, может, мы сможем поднять, они говорят, ну, хорошо, типа заезжай на двери один и разберемся. Я двери открыл, подъехал, они сразу хоп, двери открыли, я даже не успел ни камеру ни взять, ни схватить, ни включить. И все, быстренько они раз-раз-раз меня и все. А на телефон немножко заснял, но я добавлю это все. Конец, в конце будет как-то. В середину добавлю, разгрузку. Как я там ходил немножко туда-сюда. Увидите, как американская почта работает вовнутри. Обычно драйвер не заходит вовнутрь, это сегодня я попал почему-то. А так-то нормально, быстрый груз,
проверил автобус, работает, не работает, вроде все работает, ничего нигде не течет, вроде все нормально, слава богу, и нормально. Так что еду домой, переодеваюсь и на молитву. Все, ребята, будьте благословенны, будьте счастливы, счастливы, встретимся на следующем грузе. Не забывайте подписываться там и все остальное, вы все знаете сами. Все, с Богом.